Не все получат выплаты, поскольку не все они обоснованы. Но по времени, по всему, я еще раз хотел бы попросить всех набраться немножко терпения. Мы стараемся, реагируем, но достаточно большой объем информации, но со всеми жалобами мы отработаем. И придем не только к ветеранам, не только к СВО, к пенсионерам, инвалидам или к многодетным. Придем ко всем.